Всем привет! Вы на канале Sober Vision. И как вы поняли из названия видео, сегодня я буду заниматься кормлением своей колонии. Один из подписчиков попросил провести кормление фруктами. Ну что ж, давайте попробуем. Я нарезал и разложил на арене те фрукты, которые были у меня дома. И как оказалось, муравьи не проявили к такому корму большого интереса. Лишь один рабочий прилип к груше, и она ему понравилась. Остальные ограничились изучением фруктов, просто из любопытства. Поэтому я решил расширить этот видеоблог и дать попробовать муравьям сушеных кузнечиков. Приобрел я их в одном из зоомагазинов. И тут тоже, ребята, не все так просто. Опять они восприняли их как объект для изучения и не стали активно употреблять их пищу. Было принято радикальное решение – залить кузнечиков кипятком. Они настоялись около 2 минут, и это сработало. Муравьям явно понравился такой подход. Они активно начали мусолить этих кузнечиков и даже предприняли попытки затащить их к себе в гнездо. Однако, через сутки, когда, по-видимому, кузнечики высохли, интерес жнецов пропал. В одном из последних видео о жнецах я давал им гамаруса. И в комментариях некоторые подписчики написали, что у них муравьи отказываются есть гамаруса. Я бы порекомендовал тоже попробовать залить гамаруса кипятком и через пару минут дать попробовать муравьям. Как вы понимаете, этот эксперимент я не могу провести, так как и сухого гамаруса у меня муравьи хорошо едят. По сложившейся традиции передаю привет своим подписчикам. Сегодня это Надежда Соколова и канал hexapark.ru. Всем остальным спасибо за просмотр. Все, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч на канале. Всем пока-пока!